Выявление факторов риска и заболеваний на ранних стадиях – это давно уже стало возможным благодаря системе скрининга организма. Данные процедуры проводятся во всех поликлиниках и для всех возрастов. В этом году внесены небольшие изменения. О них нашей съемочной группе рассказали в одной из городских поликлиник. Скрининговые осмотры населения направлены на раннее выявление и предупреждение основных болезней системы кровообращения, сахарного диабета, а также злокачественных новообразований. В список выявленных заболеваний изменения, конечно же, не вносились. Они коснулись лишь возрастной целевой группы, а также статуса пациента. С сентября месяца вот, по новому приказу обновление идет, изменения. Ну, те же эти группы, ведущие целевые группы, они остаются. Также эти же остаются, но там получается по возрастам, именно возрастные группы, от 30 до 70 лет, которые указывала, они на следующий год подлежат, вот с учетом вот возрастной группы. Mm-hmm. Вот. То есть они идут по годам, ну, например, на следующий год, в 25-м году, они нечетные года будут, идут с учетом того, что возраста от 30 до 70 лет. Mm-hmm. И потом еще с учетом, у нас же скрининг проводится лицам, застрахованные лица. Поэтому, как бы, с учетом застрахованных лиц только могут пройти скрининг. То есть статус застрахованный и прикрепленный за медицинской организацией должен быть обязательно. Причиной тому послужило дальнейшее обследование и лечение пациента. В конце года у нас проводится итог проведения скрининга на выявляемость заболеваний. В случае, вот, например, по заболеванию БСК, то есть болезни кровообращения, выявляются случаи артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарный диабет, глаукома. Выявляемость есть, мы передаем в дальнейшем на участки по МСП, которые они берут на учет, в дальнейшем занимаются обеспечением лекарств. Например, по молочной железе, например, выявляемость, ну, те же случаи доброкачественных заболеваний молочной железы, мастопатии, мы своевременно их направляем к мамологу, к специалисту. В дальнейшем они получают рекомендации и лечение у мамолога. Если вас пригласили на скрининг, медики настоятельно рекомендуют не игнорировать и своевременно проходить данные обследования в медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе нужно иметь лишь удостоверение личности. Важно отметить, что скрининговые обследования входят в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакет социального медицинского страхования. Динара Абдуалиева, Бахычан Едыгеев, телеканал Актобе.